В минувшее воскресенье утренняя пробежка для многих самарцев стала не совсем обычной. Мастер спорта и чемпион мира по боксу Руслан Проводников вышел на Самарскую набережную, чтобы размяться и пробежать 10 километров. Присоединиться к спортсмену мог любой желающий. Начинать утро на беговой дорожке – залог хорошего настроения и успешного дня, отмечает Руслан. Я рано утром вообще пробежки такие вот так просто спонтанно в каждом городе организовываю. И зачастую всегда в 5 утра. Ну вот просто когда видишь вот счастливых людей вот этих, они пробегутся, счастливые, стоят. И, наверное, вы знаете, ты думаешь, ну, вот для этого и нужно. Просто чтобы увидеть вот таких вот здоровых, правильных людей. Желающих пробежаться с Русланом набралось немало. Профессиональные спортсмены, случайные прохожие, взрослые, совсем юные ребята. Эта хрупкая девочка с хвостиками – трехкратная чемпионка России по кикбоксингу и чемпионка страны по тхэквондо. 12-летняя Рита Степанова этим утром специально пришла на Самарскую набережную, чтобы встретиться с именитым коллегой. Несмотря на полученную недавно травму, Рита тоже пробежала 10 километров. Нам тренер рассказал, что можно поехать сюда на мастер-класс к этому бойцу. И я решила, что я поеду. Встретиться с чемпионом мира по боксу в Самару приехали спортсмены из ближнего зарубежья. Мы уважаем этого парня. Мы в Кыргызстане все знаем эти боксеры. Он был в Кыргызстане в сборе. Очень уважаем этого боксера. Организаторы мероприятия рассказывают, для самарцев Руслан сделал исключение. Старт забега перенесли на позднее по его меркам утро. Сегодня мы решили немножко пожалеть о самарских спортсменах и перенесли время на 9 утра. И, конечно, очень приятно смотреть то, что очень много молодежи, там, и не только молодежи, взрослых ребят, которые занимаются активным видом спорта, бегом, да, в том числе, которые пришли и вместе с ним побежали эти 10 километров. После пробежки Руслан Проводников в качестве почетного гостя отправился на турнир по боксу, который прошел в МТЛ-арена. Михаил Ермоленко, Галина Топилина, Константин Головин. События.